когда я был еще ребенком. Я видел солдат с моего балкона. Ты просыпаешься, а у тебя ничего нет. Ни еды, ни электричества, ни питьевой воды. Минометные снаряды и бомбы падали на улицы. Бандиты ошивались у домов и магазинов. Убийство и мародерство. Через год моя семья выбралась из города. С тех пор я думал о том, что увидел там. Я знаю одно. Это может случиться с кем угодно. Война всегда происходит у чьей-то двери.